Ай! Да что ж такое-то? Уху! Смотрите, какая у меня тележка! Ой-ой-ой-ой! Я, кажется, застрял! Привет, друзья! Вы на канале Малышарин ТВ. Сегодня мы с вами поиграем в игру про красный шар. Давай начнем. О, а вот и наши красные шарики! Привет, друзья! Ну что, вы будете играть? Ой, кажется, у них произошла какая-то беда. И черный квадрат решил их превратить тоже в квадратики. Красные, такие они грустные. Что? И планету тоже квадратной сделать? Нет, так не пой... Опс! Ребята, вы посмотрите, наш шарик стал желтым. Привет, шарик! Привет, ребята! Ты что тут желтый-то такой? Да что-то меня заколдовали! Ну что, ребята, поможем нашему желтому шарику стать обратно красным? Да-да-да, ребята, помогите скорее! Ну давай скорее, беги! Ух ты, как ты ловко прыгаешь! Да, я такой! Я такой веселый желтый шарик! Ой! Ну ты поаккуратнее прыгай! Смотри, там мост впереди! Ух, какой ты ловкий! А это что такое? Это, кажется, коробка! Ну давай тогда двигай ее скорее! Ой! Отлично получается у тебя! Смотрите, ребята, как хорошо получалось у нашего желтого шарика! И что-то пошло не так! Ну давай, прыгай скорей! Оп, сейчас, сейчас! Да что ты такой неловкий-то? Давай уже, прыгай! Сейчас, Что-то ты делаешь совсем не то! Ребята, что же там, подсказать может быть что-нибудь нашему шарику? Да-да-да, давай прыгай на коробку, а потом на ту полочку! Хорошо! Отлично, у тебя все получилось! Ой, как быстро ты вылетел! Ты будь аккуратнее, можно ведь и свалиться куда-нибудь. Так, что же мне делать? Как мне допрыгнуть до этой... О, я не могу туда допрыгнуть! Что же? Так вон, прыгай с островка! Хорошо, сейчас попробую! Ну так у тебя как-то не получается, по-моему, ничего. Сейчас, все получится! Уху! Нет, так не пойдет. Прыгай аккуратнее. Что ж ты так? Не стараешься совсем, ребята ведь смотрят. Уху, сейчас. Да что ж у тебя за беда какая-то? Даже перепрыгнуть не можешь. Уху, все, я все понял, перепрыгну. И квадрат уничтожу. Вот, теперь-то лучше, у тебя теперь отлично все получается. Ну что ты стоишь? Давай прыгай скорее наверх. Сейчас! Ой-ой-ой, а что же мне здесь делать? Смотрите, ребята, какая яма! Так ты прыгай через яму-то. Ой, я боюсь! Ну мы тебя поддержим, давай, скорее прыгай! Ух, смотри, как быстро у тебя это получилось! Да, я прям сам за себя рад! Ура! Ребята, смотрите, он прошел уже следующий уровень. Ух ты, какой ты ловкий! Нет, не ловкий. Скорее прыгай на этот квадрат. Сейчас, я попробую. Ой-ой-ой, что же это такое? Смотри, как хорошо у тебя получилось. И ты уничтожил этот черный противный квадратище. Да, я так рад! Ну что, теперь двигай этот камень, чтобы он у тебя вернулся туда, к стеночке. Сейчас! Я боюсь его! Ух ты! Смотрите, как опасно было! Давай, еще двигай разок! И убегай! Ага! Ну что? Да, прыгай! Ух, я уж за него испугалась! Ребята, вы испугались за наш красный шарик? Юху! Смотрите, как ловко он улетел! Опа! Я еще и шары эти, квадраты могу уничтожать. А давай попробуй еще прыгнуть сверху. Так ты подожди прыгать-то. Ты сначала разгонись поскорее. И получше. Ну-ка. Йо-ху! Что-то у тебя как-то первый раз лучше получилось. Я сейчас, у меня все получится.
Точно, смотрите, как ловко получилось прыгнуть у нашего желтого квадрата. Ну что ж такое, он никак не становится с красным обратно. Да, ребята, я так хочу стать красным. Ну станешь, наверное, нужно пройти этот уровень. Йо-хо! Я так хочу, я обязательно пройду этот уровень. Только сейчас уничтожу этот злой, противный квадрат. Смотри, какой ты молодец! Что ж такое-то? Вы видели, ребята, как он свалился вниз? Ну что, ты готов? Сейчас нужно будет прыгать. Да, я готов! По-моему, ничего ты был не готов. Вы видели, как он вниз свалился? Да, я тоже заметила. Ну что, раз, два, на старте маневр? Да, я прыгаю! Нет, так не пойдет. Как-то ты совсем плохо стараешься. Так ты никогда не станешь красным. Ну ладно, ребята, я сейчас постараюсь. Да как же ты стараешься, если ты падаешь все? Какой-то ты неуклюжий. Еще бы! Я же теперь желтый. Знаешь, как сложно желтому играть. Ну что? То давай, мы за тебя болеем. Еще разок. Отлично. Ребята, посмотрите, как ловко получилось у нашего желтого шарика. Йоху-йоху, я так рад. Сейчас уничтожу этот квадрат. Вот так тебе. Получи, негодяй, который меня заколдовал. Да. Йоху. Как же эту коробку сдвинуть? Ух ты, вот она поехала! Отлично! Ой, я, кажется, застрял! Ура, я прошел этот уровень! И куда-то качусь! Ух, ребята, вы видели, как полетел наш желтый шарик? Давай! Вот это он ловкий стал! Молодец, совсем справляется! Ой, смотри, там тележка едет! Сейчас нужно будет на ней ловко сесть и поехать. Так. Ну все, вот она под... А-а-а, ты что делаешь? Ты зачем вниз упал? Да я не знаю, сам не знаю, что произошло. Я просто хотел звездочку поймать. Ну ты лови аккуратнее, что ли. Вот так-то ведь лучше. Ребята, посмотрите, он, кажется, прошел следующий уровень. И ловко уничтожил, вернее, почти уничтожил этого квадратища. Отлично! Вы видели, как хорошо у него это получилось? А как теперь звездочку завоевать? Да, я тоже не знаю. Я не знаю, ребята, как мне эту звездочку поймать? Ой, я какой-то... Мазила! Не могу попасть на звездочку! Или, может быть, ее не собирать? Да нет уж, собери! Как ты без звездочки-то? Ой, нет, ну ты точно какой-то! Не очень ты и попадаешь в эту звезду! Давай, прыгай скорей! Скоро ты станешь красным, ловким и умелым! Все, ребята, смотрите, он поймал нужную ему звезду! Так... Отлично! Поднимите меня наверх! Все, смотри, ты уже наверху! А что дальше будешь делать, я не знаю! Да я все знаю! Сейчас быстро поеду и всех победю! Нет, побежу! Не знаю, в общем, что сделаю, но точно выиграю! Уху! Смотрите, какая у меня тележка! Да, у тебя очень крутая тележка! Как ты ловко уничтожил этот черный квадрат? Я даже не знала, что ты так умеешь делать. Да, я не только это умею. Я очень ловкий, сильный и умелый. Сейчас как покажу, как вот тележкой управлять. Смотрите, ребята. Да, у тебя очень хорошо получается. Смотрите, ребята, как хорошо получается у него управлять этой тележкой. Так, а ты что, прыгать-то опять разучился? Да я как-то устал. Можно я отдохну? Ну, пожалуйста. Ну, доиграй уже и отдохнешь. Сейчас. У меня все получится.
Да что ж такое-то? Да как же? Да что же? Да что же вообще здесь происходит? Я никак не могу прыгнуть. Что же мне делать? Ну не знаю, попробуй с этой стороны. Ну попробуй, попробуй. Сейчас! О, точно! С этой стороны получается! Ура! Да, вот так-то лучше. Смотри, у тебя все получилось. Просто нужно было немножко постараться. Ой, а ты куда ты здесь собрался? Опять вот эти квадраты. Страшные какие. Да ничего, они не страшные, ой. Дай, да что ж такое-то? Опа, видишь, ничего они не страшные. Я их уже не боюсь. Ну ты молодец, что ты их не боишься. Но нужно быть аккуратнее. Тебе ведь еще игру побеждать. И свой красный цвет возвращать. Ребята, а вы знаете, как вернуть нашему красному царику твой красный цвет? А то он у нас какой-то желтый, никак не хочет меняться. Опа! Вы видели, ребята, как здорово я справился! Да, у тебя отлично получилось! Ну что, куда ты там? Ты аккуратнее, ты сейчас коробку-то выкинешь. А-а-а, да что ж такое-то? Я, кажется, совсем уже устал. Ребята, можно я отдохну немножечко? Не-не-не, давай доигрывай. Ну, пожалуйста, я так устал, я так устал. Да я вижу, что ты устал. И ребята наверняка видят. Но ты же хотел выиграть этот квадратище. И вернуть свой красный цвет. Я хотел, но я не могу. У меня ничего не получается. Сейчас, сейчас. У тебя все получится. Обязательно. Опа! Да, ребята, вы только посмотрите, как у него все никак не получается даже перепрыгнуть. Да, ребята, я так устал. Я такой весь бедненький и несчастненький. Даже вон звездочку не могу взять. Ну и ладно, бог с ней, с этой звездочкой. Лучше побегу скорее. Да-да-да, беги. Опа! Ты куда падаешь-то? Ладно, ребята, давайте дадим отдохнуть нашему желтому красному шарику. Пусть он немножко отдохнет, а потом пройдет всю игру, наберется сил и обязательно победит этого черного квадрата. Да, ребята, я отдохну, я обязательно, обязательно всех победю, побежу, все сделаю, все сделаю. Ребята, пока-пока! Ура! Ну что ж, ребята, на сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока-пока!